Всем привет, я сейчас гуляю, дышу свежим воздухом. Кстати, сделала новые реснички. Все те же самые, короче. Я заболела, меня сегодня мама забрала с трех уроков. Вот, она меня забрала. Короче, у меня давление очень большое поднялось, от которого можно и умереть, извините меня. Вот. И у меня просто, я такая чувствовала, что у меня кружится голова, и все. А потом такая раз, и пошла. Меня заметила классная руководительница. Вот, и я пошла в кабинет медсестры. Вот, и она такая, типа, у тебя очень высокое давление. Вот, типа, либо скорую вызывать, либо ехать домой, но не домой, а вместе с мамой к педиатру. Мы поехали. Вот, мы поехали к... Ну, хватит стучать, Елисей. Если хочешь стучать, стучи по другой, почему там, где я стою. Вот. А мы поехали к педиатру, там еще минут 25. Я что-то непонятное сказала. Вот, там еще минут 25. Мы ждали эту, медсестру, вот. И, короче, в итоге мы дождались, и потом они, оказывается, про нас забыли. Вот, мы дождались потом. И мне сказали, что у меня уже понизилось немного давление, уже 120 на 80. Вот. Сходи еще пока в свое подземелье. Вот. У меня уже было 120 на 80. То есть, как обычно это должно быть. Вот. А потом мы поехали в аптеку, потому что нам сказали что-то там купить, там глицин попить и так далее. Вот. И потом мы поехали домой. Вот, там у меня уже было пониженное давление. Мне сказали дышать свежим воздухом. Вот. Кушать побольше, таблетки пить сказали, когда. И поменьше сидеть в телефоне. Ну, это она, конечно, сказала по шутке, но как-то вот так. А насчет Коши. С ней все хорошо. Так она и живет у нас. Ну, все подробности про нее есть в телеграм-канале. И кто хочет помочь нам в продвижении канала, обязательно подписывайтесь на телеграм-канал. Это видео очень короткое, сказать больше нечего, просто сообщила, что случилось. Поэтому пока видео не будет. Целую неделю я сижу. Как с деньгами, Лисей? Целую неделю я буду сидеть дома, поэтому пока видосиков не будет, все будет в телеграме, поэтому переходите туда. Всем пока!